і посол Російської Федерації Михаїл Валентинович Ванів. Es kommt hier heute der Sieg Linsen. Meine Damen und Herren, Ehre gestern. Ваше Президентське Височество, Ваше Величество, дамы и господа и почетные гости. Hjertelig velkommen her i festsalen på Københavns Rådhus. Добро пожаловать в зал приемов в Радуше КПК. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Королевстве Дании Михаилу Валентиновичу Ванину. Уважаемые гости, дамы и господа. Уважаемый господин руководитель. Рад приветствовать вас на открытии юбилейного благотворительного бала, посвященного знаковому событию в истории российской датской отношений. Я вам. Нет сомнений в том, что укрепление союза между Российской империей и датским королевством отразилось на дальнейшем развитии отношений между нашими государствами. Да, я не вижу,
поддержки своих союзников, своих друзей, которые на протяжении длительной истории